Добрый день. Хочу сегодня обрезать многосортовую яблоню. На этой яблоне, по-моему, 16 разных сортов. Ну что, приступим потихоньку. Так, первая ветка. Вырезаем все ненужное. На плодовые почки тут тоже. Так. Отрежем вот эту. Тоже на плодовые почки. Ну, это ветка семеренка, по-моему, обрезан. Не по-моему, обрезан. Так, следующее. Тоже на плодоношение обрезаем. Так, тут. Ну, это первый сорт, это второй сорт. Тут прививки видны. Вот прививка. Вот прививка. Вот. Вот. Так, дальше. Так, это ветка. Ладно. Так, тут. Обрезаем на почку, которая идет наружу. Так, все, эта ветка обрезанная. Так, следующая. Эта ветка идет под эту, не знаю, что с ней делать. Обрежем ее вот так. Может, даст сюда, в эту сторону. Так, тут. Все, что вверх, обрезаем. Так, тут на плодовую почку. Вовнутрь тоже прорежаем, обрезаем. Так, тут на плодовую. Так. Что у нас тут?
бордовую древесину. Здесь на ветку, которая идет в сторону. Здесь на внешнюю почку. Так. Здесь тоже. Эту мы обрезаем. Так. Тут на плодовые образования. Так, внутри эту уберем ветку. На сучок, тут на плодушку, так, эту на внешнюю почку обрезали, так, тут на плодовую почку. Вырезаем на ветку, которая идет в сторону от дерева, и на внешнюю почку. Так, тут ветка внутрь, вырезаем. Тут на подушку. На плодовую. Проведем чуть-чуть. Так, тут на плодовую. Ширину нам уже хватит, наверное. Обрежем на эту боковую веточку. Так, здесь вырезаем все, что вверх растет. На плодовую почку. Тут тоже на плодовку. Тут на плодоношение. Здесь вырезали полностью. Тут на плодоношение. Тут на продолжение, на внешнюю почку. Так, это так. Так, теперь нам тут с этим веником разобраться. Тут плодушка, плодовая. Образование на него. Тут тоже. Здесь тоже. И здесь тоже. Так. Тут плодовая почка.
на внешнюю почку, чтобы прошло, росло сряда. Так, тут вырезали на плодовый пучек. Тут вот так сделаем. Все. Так. Что у нас дальше? Эту ветку. Почку, которая идет вне. Так, тут подобию. Так, тут сряда. Блин. Обрежем так. Тут мы вырезаем. Вот так. Выше, чтобы она не мешала нижним. Ой. Это обрезали. На почку наружную вывели. Так. С этой веткой непонятно что, заглохло. Пробуем вызвать рост в эту сторону. Ну, прививки, которые прижились. На этом дереве 16 сортов яблок. В этом году должно плодоносить. У меня таких деревьев сколько? Раз, два, три. По 16 сортов 3. Это с белого налива. Куда-то всунули белого налива больше, чем положено. Пришлось перепрививать. В течение 3 лет прививал. Ну ладно, как-то так.
До свидания.